Рав, скажите, пожалуйста, что значит быть доброй частью товарища? Мазальет хеликат. Что значит быть доброй частью товарища? То, что я изо всех сил стараюсь сделать так, чтобы товарищ был соединен с товарищами и с Творцом. Я не думаю о себе совершенно. Посмотрите, как раз-таки, насколько это облегчает нам работу. Я не должен соединяться с другими. Мне не нужно соединяться с Творцом. Я должен заботиться, чтобы они были соединены и чтобы они были в связи с Творцом. Здесь у нас есть некий прорыв, что я не должен фронтально атаковать свое эго, а через группу. И это намного легче и намного эффективнее.